Неудачный клик мышкой или намеренное распространение экстремистских идей. В интернете появилась информация о том, что на молодую Ивановку заведено уголовное дело по части 1 статьи 280 Уголовного кодекса Российской Федерации «Публичные призывы к осуществлению экстремистской деятельности». Елизавета Лисицына в одной из социальных сетей на своей странице разместила информацию группы «Анархо-Ньюс». Это якобы обращение украинцев к народам России. Известно, что проведена лингвистическая оценка текста и доказано, что он содержит публичные призывы к осуществлению экстремистской деятельности. Ивановская оппозиция Лизу поддерживает и даже собирала деньги для адвоката. За призывы к беспорядкам девушка может получить до 4 лет лишения свободы.